Батюшка, вот скажите мне, почему наш патриарх ездит на Майбахе? Ох, Роман, я ждал этого вопроса, думаю, когда же уже, ну потому что, да, про часы будешь спрашивать, нет? Ну потому что рано или поздно он происходит. Ежели по-богословски, то открою Евангелие, Роман, там есть такой интересный момент, что вот есть Господь и есть апостолы. И ко Господу приходят и спрашивают, а почему ученики твои едят хлеб немытыми руками? Можно найти этот эпизод, да? И ко Господу приходят и спрашивают, а почему ученики твои не постятся? Ну, то есть, казалось бы, вот Христос, спроси его, почему, а к ученикам приходят и спрашивают, почему учитель ваш с мытарями и грешниками ест и пьет? Ну, ты иди ко Господу и спроси его об этом. То есть, в этом отношении всегда есть претензии ко Господу. Я к тебе пришел, но у тебя какие-то, знаете ли, попы не такие. И наоборот, да, а чё Господь так суров, а почему вот эти заповеди, чё нельзя было сторговаться на семи? Ну, а в целом, значит, патриарх ездит на Майбахе, потому что ему предлагают сесть в Майбах, я предположу. Мне неизвестно о том, чтобы вот он выбирал из Ламборгини, из BMW X5, Майбаха и так далее. Что предлагают, то, собственно, он и использует, я полагаю. А так, я не имею прямого канала с патриархом, не могу сказать точнее.